друзья, обратите внимание на вольер чука, гека и малыша. Не зря вот Олег Алексеевич говорит, что саванна должна отдыхать. И вот на примере этого вольера он не отдохнул летом. Вспомните, здесь были львята-малыши. И вот результат. Растительность, получается, не восстановилась. И в этом вольере одни сухие старые растения, уже отмершие. Тогда как в соседних вольерах, вон, где одна лола была, там растительность сохранилась. И даже у Леона тоже там больше растительности, там их двое было всего. А здесь львят было много, и вот они все, получается, вытоптали. Поэтому немножко этот вольер, конечно, в этом плане уступает соседним. Джуна то к геку подойдет, то к чуку. Ох уж кокетка. Красавица кокетка. Чук так посматривает своим мудрым взглядом по сторонам. Скажет что-то. Папа не заходил сегодня. А у папы тоже забот и хлопот выше крыши. Малышок, малышок. Да, друзья, на малышка просто так даже интересно наблюдать, у него такой внешний вид, конечно, умилительный просто. Малышок. Очень такой миленький лев. Ну, вообще, не зря его называют плюшевый. Гек отошел в сторонку, в саванне он все время старался быть рядом с чуком. Ну а здесь в одном вольере понял, что чук и так никуда от него не денется. И уже как хвостик не бегает за вожаком, своим дружбаном. Так, что-то от малыша все разбежались. Так и хочется, друзья, подойти прямо и малыша обнять за эту его гриву, прижаться к нему. Такой он милашка. Я вспоминаю, когда были разрешены прогулки ко львам, и Олег Алексеевич частенько меня брал с собой. И вот есть несколько
фото у меня в архиве с малышом. И, друзья, конечно же, к этому льву такая особая симпатия. Настолько он, кажется, все понимает. Ну, буквально все. И мы помним с вами ту сцену. Помните, когда куртку одного из туристов Лейла отобрала и даже Олегу Алексеевичу не отдавала. Но стоило Олегу Алексеевичу попросить малыша, чтобы помог. И малыш тут же кусь за спину Лолу, Лейлу вернее. И Лейла куртку бросила, кинулась к малышу. А малыш уже отскочил на несколько метров и стоял, как ни в чем не бывало. И Лейла даже не поняла, кто ее куснул. А Олег Алексеевич в это время куртку подобрал, и все. Вот так была решена проблема. Малыш молодец, я говорю, это уникальный, конечно, лев. Ну что ж, друзья, я думаю, вы полюбовались малышом, и на этом можно закончить данный репортаж.